Вдохновенный мастер и великий труженик Чайковский оставил большое и разнообразное по жанрам творческое наследие. Оно включает, кроме 10 опер, среди которых Евгений Онегин, «Орлеанская дева», «Мазепа», «Черевички», 3 балета, 7 симфоний, 3 концерта, более 100 пьес для фортепиано и свыше 100 романсов. Чайковский был признан выдающимся композитором уже при жизни. Регулярно выступал как дирижер, исполняя преимущественно свои произведения. Был избран членом Института Франции и почетным доктором Кембриджского университета. В исполнении ансамбля мальчиков под управлением Поповой Елены Валерьевны и Академического молодежного симфонического оркестра «Виртуозы Слобожанщины» под управлением Юрия Яковенко звучит хор мальчиков из оперы «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского.